Этим летом Рязань вновь стала летной столицей России. Авиадартс у нас уже проводили в 2016 году. На этот раз здесь пройдут сразу два этапа. Всероссийский, который уже стартовал, и международный. Он пройдет в августе. Помимо лучших отечественных летчиков, показать свое мастерство приедут представители Казахстана, Белоруссии и Китая. Прежде чем выбрать место проведения конкурса, специалисты провели анализ метеоусловий. В нашем регионе погодные условия оказались наиболее устойчивыми, что позволит выполнить все виды полетных заданий, среди которых разведка и боевое применение по воздушным и наземным целям. Примечательно, что возраст участников не превышает 30 лет. Помимо состязательной части, в авиадартсе важное место занимает обучение и обмен опытом. Авиадартс является формой боевой подготовки. Это участие в конкурсе, это мобилизует человека, и они достигают высоких результатов при подготовке. Поучаствовать, пройти эти трудности, испытания, это определенные испытания, человек волнуется, выходя в полет, это дух соревновательности, они достигают высоких результатов, в том числе показывают качество выполнения специальных задач. Кроме боевых навыков, конкурсантам предстоит сдать баскетбольный тест на точность и координацию, потянуться на перекладине и проплыть 100 метров вольным стилем на скорость. Полученные баллы пойдут в зачет конкурса. Значит, у нас элементы, которые оцениваются, это физическая подготовка, это наземный вид. По полетам у нас визуальная воздушная разведка, техника пилотирования, навигация и боевое применение в зависимости от рода авиации. Истребительная авиация также выполняет полеты на воздушные бои. И по наземным целям бомбардировочно-штурмовая выполняет полеты по наземным целям, бомбометание, стрельбу неуправляемыми ракетами и пушки. И военно-транспортная авиация, сброс груза. В прошлом году на авиадартсе, который проходил в Китае, наши летчики заняли первое место. В этом году от российских конкурсантов ждут не менее достойный результат. Каждое выступление судьи оценивают строго, но справедливо. Помимо судейской комиссии, есть фиксация результатов боевого применения с беспилотного летательного аппарата и развернута система видеофиксации, которая с четырех сторон фиксирует попадание по мишеням. Если снаряд попал в цель, то участник получает максимальное количество баллов, а это от 100 до 350. Нам помимо самых результатов очень важен вопрос безопасности полетов. Их нельзя нарушать. И мы будем очень серьезно за этим следить. В полет выходит только подготовленный летчик. Если он не имеет оснований или не подготовлен, он туда не летит. Сейчас проводится серьезная работа по именно определению готовности. Основная часть соревнований пройдет на полигоне Дубровичи. Более 60 летных экипажей будут бороться за звание лучшего. Организаторы приготовили участникам сюрпризы, которые пока не хотят раскрывать. Можно сказать только одно. Умные мишени и новейшая техника станут отличительной чертой авиадартса 2018. Будут представлены самые новые образцы авиационной техники. Самолеты типа Су-35, Су-30. Если раньше мы их представляли в линейке авиамикса, то теперь это непосредственные участники, за которыми закрепились лидирующие позиции. Состязания летчиков пройдут сразу по нескольким номинациям. Штурмовая авиация, истребительная авиация, бомбардировочная авиация, армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах Ми-8, Ми-24 и К-52, дальняя авиация и военно-транспортная авиация. Победитель всероссийского этапа будет представлять честь родной страны на международном этапе. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город».